Думайте головой немножко. Может, три сына Аделя? Да, Алканфел, да, штриксы по Аделе. Маги, блядь. Тряпки, блядь. Ну, у нас бурста уж по нет. Почему мы настакаем не доможем? Арчи на полубах еще раз. И что так? На один пол как раз не хватит. Если вы пойдем еще без куста. Щука, что тебе не хватает в этой жизни, блядь? Щука, ты на пулевой дермеча, если что. Алканфел по Адель. Давай, счет, поехали. Полич также? Да. Убежали, секунду. Блять, 5 хилов тут тоже нахуй не надо, на самом деле. Мальчик убежал. Ну, распят, умирай, наверное, батя Чапалаха прописал, блядь, пальц бежали. Положи 2 секунды. Маси. Укус 2 секунды. Так, сбежали. Центр быстрее. Так, кого я кусаю? Адель, кусаешь. Короче, кусь меня, Адель. А ты хулишь, что кусишь Кану. Протопола. Да. Пальцы бежали. Сколько там, 20 секунд? Да. На взлетке будет вкус. Лужа, Асус. Есть блок-то? Асуса диспел, Асуса диспел. Да, я выпал. Можешь не бежать, я вижу. Всё, раньше там... А, окей. Я уже тебя полечу. Раньше набрали быстрее. МА и Сокро из бан быстрее. Фокусом дальше. Так, Адель, кусаешь Асуса. Холишит, кусаешь. Сбежали, спак быстрее. Холишит, кусаешь. Давай, Серегу. Давай, Серегу, окей. Протопауэр кусаешь. Блэки что-то рядом. Кринж Кинга упустишь. Серег, будь милее, подойду. А ты где Кана стоишь? Я просто слева стою. Я справа где? Просто пол. Скажешь там за 10 секунд я подойду. Да в печеньку подходите просто. Ну, бегите. Место встречи укуса. Пакс, бегитесь, блядь, быстрее, чего там тупите? Адель, укуси кого-нибудь другого, я убежал. Да я укушу тебя. Побежали, где ты? Раздали укус. Иду к тебе. Ну пизда. Не нашел я тебя, пизди. Ну я справа уже стою. Блять, ну серьезно я хила укусил. Ну блять, любого ДД, ну не хила нахуй. Пиздец, блять. Пак сбежались. Кусальщики хуевы, блять. Щука выбежал. ДД следующих кусайте, блять. Любой, да. Только укусите ДД на. Ринджу кушаю. Фокус за. Раньше набрали. Рассосались. Диспел, диспел, блять, сейчас в лужу Асус сдохнет с укусом, блять. Ну Асус, ну что? Ну блять, ну. Сука, нахуй! Какие же вы тупые, блять! Ну а что тебе там сделать?
Ты, во-первых, блядь, двинулся, не вперед тебе надо было двигаться, а не влево. Ты бежал рядом с лужей, ты выжил. Во-вторых, блядь, тебя, блядь, не подняли по ХП, нахуй. Войд Бэйр быстрее. Нас его кастило. Ту секунду. Раздали укусы быстрее. Блин. Веру не. Веру давайте, фул ДПС. Бентли, молодец, красавчик. Сука, какие же его вагоны, это просто пиздец. Все, укус не передала. Мне либо в рейд выносить, либо... Вот, забейте, Маши, просто там, блядь, чем-нибудь нахуй, не знаю. Берса будет, блядь. Можешь даже не оправдываться, я видел, как ты умер. Так я не оправдываюсь, посмотри, как бежал. Потом, давайте потом. Десять секунд, ладно, вроде успеваем. У меня очень 16 пишет. Ушел с тебя. Баб на паладина. 3 секунды. Паладин баблить там. Лей, выживи до бабла. Точки, хуючки, на. Сейчас будет берса, берса. Успели. Щит. О. Щит, щит. Я пророк? Щит, блядь. Говно, блядь. Пророк, пророк. Квест засчитана? Да. Да, квест. Асус, короче, смотри. Yes. Давай сначала с тобой разберемся. Смотри, смотри, я вот тут стоял. Да нет, подожди, послушай сначала меня. Смотри, у тебя фир загнал, вот тут вот лужа, да? То, что она прорисовывается, ну это я тебе говорю, ты просто не так давно играешь. То, что она прорисовывается, но по факту у нее больше раньше. Тебя, вот смотри, ты когда ты вышел с лужи, все правильно, молодец, вот типа в эту сторону. Немножко сюда стрельнуть. Вокруг, ребят! И этот, и, короче, тебя подхилили. И ты бежал рядом, тебе надо было еще вперед пройти, а не налево поворачивать. Тебя задело, ну, просто у нее рендж больше этой лужи. То, что нарисовано на экране, у нее по факту больше рендж. И ты убился от того, что ты пошел по левой стороне. Тебе надо было просто вперед еще пройти, понял? Дай перевес, я там лежу. На солнышко. Ольж, ты богатый, тебе еще и багрухи падают, а куда нахуй. Уже, типа, на этом X4, да? Две багрухи. Я говорю, только богатым оно падает, типа. Заебись, а мне? Я бомж ебаный, но мне две падало. Я второй квест взяла. Ты десятку взяла, наверное. Кана Дегл ты? Блядь, дай перед. 50 ОД стабильный. Вы мимо пробегаете. Я четвертый раз уже прошел. Да встань тут, бежать 2 секунды. Да в пизду бежать, он люди мимо. Ну, он тебе да всем похуй. Всем похуй. Такс, я считаю, достаточно количество хилов с нами. Вот. Так, поехали по луту. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, вот это мне. Это там... А, ну ладно. Я бы на ов позволил, если кому надо. Это на ов, если чего, на ов конфликт сейчас убирает. Я рольну, наверное, да. Типа, с этого золи нет. Покончил на мой... Он конхилл обмен. Бентли не считает, так он новый. Да, 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 все правильно. Фонарь какой-то бис на тебя упал. О. Мега бис. Не, это бис на кунг, прям вообще. Бля, я бы их взял бы, но не хочу 10 тысяч кп лутать. Возьми за бесплатно. Какие бесплатно, блядь. А вот так? Вообще нет, не прикольно. У нас бесплатно. Ладно, это говно плечи, хуй с ним, кунг. Только сегодня тебе отдам их просто так. Давай на транс, блядь. Или может пригодятся. А, трансмог, скорее всего. Секс-мог-то хотел сказать. Да, короче, Бентли один, больше никто, да. Окей, Бентли один. Кикнул каст эльфом крови. Мета. А чем можете похвастаться вы? Зандалары, Редары? Я пидорас. Ты зря сказал. Знаешь, поехали. Пах. Убийство на ретрика. Нет, там уже не бич.
Ну, типа раньше, да. Хотя, ну и сейчас, в зависимости, какие шмотки с этого делают. Нет, Алгород же, да, блядь, ебучий. Сейчас нонсет. Все сейчас тюрьма, нонсет непонятный какой. Да, это вообще пиздец, клоунада. Ну, я так понимаю, типа, у меня нонсет будет либо перчатки, либо ноги. Ну, у всех. Если брать все это... У всех так. Перчатки, нет. Ноги. Либо... Ну и наручные. Что-то одно идет. Так, еще хочу. Так, дальше поехали. Фелиция, обмен. Дальше. О, Серега, на этого. На катану. Ебать, она дорогая. Ну, вот так вот. Царь, наверное, да? 778. По минимальной цене. Да. Какой косарь? Я ж по минимальной цене. 778, то бишь, ну, считайте, 300... Сколько там, блядь? 390, как она. Сказала, наверное. Если одному комбу. Я бы бесплатно сермон дал. А у него есть, по-моему, уже. Вроде бы он забирал. За первое целка, когда мы убивали. Да, Серега, или нет? Или я ошибаюсь? А, ты Пучину забирал? А, ну могу тебе землю на медведя дать, в принципе, ладно. Ну то же самое, блядь, в принципе, похуй. Тоже крит-хаст. Так, дальше. Взяли еще на книжной клюке. Же мне забрать один бандитель. Я не понял. Можно навара печеньку. Синдры падает печенька навара, клык. И печенька напала обычка. Ты это видел, да? Я это видел. Я щит видел. Я видел колбу. Что еще? Хуй мой видел. Да. Кунка багай, нахуй. Он багай. Нет, ты не прав. Слышь? Она вагнулась. Она вагнулась. Кунка. Алло, Кунка. Алло. Алло, Кунка. Кунка, алло. Алло, Кунка. Фонари видео. Ахуй Войда. Че? Вас обоих я видел. И твой тоже, Кана. Ты, блядь, ослепнет тогда должен. Да, воятель упал, а у нас фурика нету, пиздец, конечно. Так спекайся. На оф. А на оф сколько будет? О! 300. А что если он единственный на оф? Там это так не работает? Не, ну это нормальная шмотка. Если я типа какую-то говняную шмотку могу просто так отдать, ну, спектром, условно, за бесплатно считаете. Ну, типа, это нормальная шмотка. Что я наделал? Нет. Да, давай, блин, отдам кольцо синенькому. Я слева. Фонарь, щит, да? Да. Один ронал, окей. Сколько там заняло? 190 всего. Че, кто там будет спекаться в хлипа второго, чтоб они летали? Фелиция. В прошлый раз хил. Фелиция, колдплей будете двоем хилить, и рит третий. Так, давай, может, рисуем втроем. Три хлипа они будут. Ну, вообще, еще быстрее за хилем. Ну, давайте в три хлипа, хуй с ним. А рислин, Фелиция, что-то. Хильте втроем. Что, токен. А, вот есть крабик, смотрите, парни. Токен, поехали, да, и там крабик есть. Так, а что тебе должен крыть? Вот, бери токен. Холл Блэки, Щелканфилл. Дерьмич. Пока чивава. Чивава, да, пока чивава. Чивава, блин. Бля, ебать твой рот, нахуй. Я это не ты. Спасибо, спасибо.
Не, блин. Сюда вант падает. Так, я не понял, а что, карты стакаются? Типа две карты, смотрите, вырисли, да? Ну, бля, Алканхел, я тебе скажу так. Лучше сейчас этого тринкета на мультика нихуя нету. Это прям, оно сейчас вёпнули, но прям хорошее. Да. Я бы сказал, ну, вот гадюка чисто и этот, блядь, и фетишно. Самый заебись на мультика, наверное. Какая гадюка? Как рыбу хавать? Да, ну, с этой, блядь, с оперхом, которая не есть. Да, по-моему, тох получится. Её ж там апнули в 2.5 раза. А чё она дает? Да, я просто 2, ну всё. Ну, типа АП постоянный 290 и лужа. Считай, раньше дамажило на сколько там, 10к, блядь. Сейчас дамажит 20, нахуй. Разливается после 20 ударов, кажется. Ну, считай. Если кружка в рейде, будет 15 стаков нужно. Можно, да. Ну, если кружка, то 15. Ну, короче, на мультике это прям заебись хуйня вообще. Ну, это пока что. Возможно, ее нерфанут там, блядь. Его, знаешь, там цунами потом будет. Цунами это далеко еще до ЗС. Цунами фетиш. Это еще далеко. По крайней мере, этот медальон на мультика сейчас долго будет в топе, если его не нерфанут. Все, поехали. Фонарь справа, дремич слева. Нет, наоборот. Хорошо, фонарь слева, дремич справа. Да. Ты налево любишь фонарь ходить, типа, или что? Левый? Не-не-не, харам. Педик, что ли? Не. Что ты там, Адель, мне скидывал? Что, экзы только ребро теперь убили? Адель. Стоп, что за 3 часа? Ну, вон он скинул скрин какой-то. Там типа в духу я съебалась вроде. Ну, да, они пошли на X5 за призовым. Мне этот писал с инжуры, то, что там половина на оффу просто съебывается. А, кстати... Это было последнее слово, которое экзалты-то закрыли, походу. Блять, у них смысл в том, ну, по крайней мере, у большинства... Полутать какие-то копейки, ну типа, все. Ебать, потратить несколько недель и заработать 2к. Купили. Блять, ну, во-первых, большинство людей, которые без работы, нахуй, ну, без личной жизни, ну и так далее, которые сидят 24 на 7 игре. А чем плохо? Типа, я не могу так, блять, находиться в игре. Там вроде если full контент упить, то по 18 тысяч, типа, каждому. Да бред, Серёг, какие нахуй сидят? Ну это мало, это пиздец. Чем плохо-то? Это тупо сидеть нахуй каждую, ну типа каждый день в этой залупе. Я не думаю, что они из-за бабок сидели. Из-за типа, бабок, что, бабок. Нет, подожди. Ну нахуя, если там половина съёбывается просто. Они что, первый раз ходят вот так вот, чисто за призовыми? Да нет, не первый раз, но не чисто. А то я говорю, они не за бабками ходят, у них уже хобби такое, ФК брать. А бабки да это нет, чисто да? В смысле, ФК берут, если есть конкуренция, типа... Тут не было, у них здесь не было конкуренции никакой, понимаешь? Вот конкретно сейчас у них не было никакой конкуренции. Да, типа, я думал, что-то прогрессы могут, но они там что-то обосрались, ну, конкретно. По сути, ну, у них просто не было никакой конкуренции. Я больше скажу. Я не говорю, что там сильные прям игроки играют или что-то типа того. Просто там есть люди, у людей есть время, они тратят. Ну, сколько они травят, сколько они, ну, терпения, сколько они травят сделали вот это вот все, ну, и все остальное. Ну, на это не у многих терпения хватит. Прям, ну, вообще мало людей, у кого хватит терпения ну, настолько. Блин, хотелось столько времени одевать персонажей своих, потом, блядь. Ну, вообще, ну... я считаю, что они молодцы. Они не, взяли и ушли, и все, и достойно. Ну, это мое субъективное мнение. Ну молодцы, но, блядь, всем похуй. Тут понимаешь, не, ну да, как бы и похуй, но и с другой стороны, понимаешь, не то, что, как бы это правильно выразиться, блядь, неправильно сказать. Я скажу так, вот типа, хуёво, что они уходят. Не из-за того, что типа, они там, ну, боролись там, ну и т.д. и т.п., а само... Из-за того, что вообще пропадает просто гильдия, в ней происходит ро. Это очень проблемно для сервера.
ну, в дальнейшем будет складываться, если люди будут уходить. Вот, чисто из-за этого. А так мне, по сути, ну, похуй. Ушли, ушли, там, закрыли и убили там что-то, ну, мне поебать. Я никогда не интересовался другими гильдиями. Вот реально. Как они там убивают и что они там делают, вот реально, всегда было похуй. У меня всегда свое на уме. Убейте исторгающего. Что без них пусто будет, это да. Я всегда о письках думаю. Типа, ну, ну, мое мнение вот такое, ну, типа, мне вообще поебать, кто там ушел, кто там пришел, там и так далее. Обидно только просто, что, что в гильдии, гильдия умирает, ну, умрет в итоге. Ну и там будет ром. Вот. Вот чисто из-за этого обидно. Все. В остальном, типа, поебать. Че, за 2 РТ убили, блядь, Лану и Профу? Ой, блядь, Леди и Профа? Нет. Ебать. Ну ты, да. Синдру убили. Леди с первого пола. Да, сейчас, сейчас, сейчас еще Синдру придем с первого пола убьем. Ну. А я сапрос мод сделал, похвалите меня. Кирилл, что ты насчет второй 25-ки? Разговаривали с тобой? Чего еще раз? Прислин, где ты? Насчет второй 25-ки людей набирать. Более слабых на обычке. Сколько там, блядь, у вас стаков? Может вы захилить уже? Блядь, ну. Смотрите, я этим заниматься не хочу. Набором? Ну, нет, не набором. А, вводить обычки сейчас. Ну, мне нужно пока что время. Ну, типа, я не могу сейчас просто банально каждый день заходить и вводить эти РТ. Типа, тут вам больше надо интересоваться своим домом. Если он согласен на эту хуйню, то что, ну, типа, набирать 250 чулов там, ну, или 240 там и так далее, да, и... Ну, одевать их там, водить и так далее, если у него есть как на это время. У меня конкретно просто на это время нет. Куда? Знаете, мы вообще славу рейдеру будем делать какой-нибудь? Да, я дал этот гимн, дайте, захиливайте. Слава рейдеру, ну как-нибудь сделаем. Ну, я думаю, короче, купьем лича хэм. Не. Да, как убьем лича в гере. Я вам обещаю на следующем КД в обычке сделаем слава рейдеру. Давайте так поступим. А что за него дают? Пояс. Дракона и 360. Пояс. О, узы упали. Я пророк, я пророк. Кунка. Ну, бля, вот упали узы, а мне чарка с ТТГ нужна, блядь. И чё, блядь, делать? Нахуй узы получаются. Ты слышишь, как он филл хороший кинжал на ПВП? Да я не знаю даже. Хорош. Да, на мутика не знаю. Не, на мутика хуйня. Ты чё, блядь, в мутики повыпаешь? Ты что, из этих, да? Чё, блядь? Так, то уже 10 боссов у меня, нормально. Пойдёт. Учитывая, что ТТГ у нас ещё был. Ты пиво нахуй, Роска? Кстати, да, я пиво кончусь, пойду... Убьёт тебе да. Меня трэш, я надеюсь. Да, да, да. Чё, сколько осколков упало? 8, по-моему, я считал. Вроде 8. Да нету разницы. Пока Джайну не убиваем. Ну да. А, блядь, не беднеет нахуй. Те, вон, те, кто первые, блядь, начали собирать, вон. В шопе нахуй будут покупать. Сколок донится, да, блядь? Точно я знаю. Я буду донить, если мне... Что он покапнет стоить? Может, что там накрутит 1010? Чё будет? Да на, ски... да на скидосах он там будет стоить, блядь, где-то 4к, нахуй, ну 4200, условно. 2 он типа сразу 6к стоил, до сих пор так стоит. Да, новый год он до сих пор. Ну, я покупал на скидосе за 4,5, по-моему, его. Ну, 4,5 тысячи, короче. Ну, хуйня. Дима, зажги. И самый прикол в том, что где-то... Через месяца 3 я только, наверное, Джайну убил, блядь, после этого. На каком острове? Основном. Сейчас зажгу. С того, как получил эту хуйню. Всё, короче, пейте трэш, я приду скоро. А у меня какая-то депрессия вообще, пиздец. И на твоей улице будет праздник, не переживай. Борода и боб. И... На. Хорош. Выживут, все выживут. Все выжили. Happy end. Бля, как музон включить?
давай. У меня в голове лучше музон играет. Не, я могу включить, но я бота хотел включить. Иди на минуточку. Бля, мне вообще нормально слышно, или как робота долбоеба? Как робота? Что, лагает? Я должен танцевать. Что-то лагает, пизда. Так, сейчас зажгу. Врубаю музон, А почему их у тебя 4? Я один зажгу только. А там, типа, понял, 3-4 можно успеть зажечь. Это как? Ну, он длительность факела дольше, чем перезаряжается. А-а-а, интересно. Потому что у меня 3 факела один раз было. Уйдите с центра. Киш. Так, да, не забывайте, ВХ говно, потому что кастеры дауна. Это прикинь, я до сих пор 262 левел. Shit happens. Говно не случается. Где факел? Не. Подожди, я танчу. Ебать там ренджа. А. Вы в мире его завели. На, вам сакру дал? Я дал. Все, зажег тебе левый. Даю второй старт, давайте, добиваем. Ебать, ты че, глад? ПВПшер. 3к эксп? Я в ахуе. Пойдё... Это... Беба? Чё? Пошли ретрик рок. Я не играю ПВП. Пиздишь, блядь, пистопол. Там тебя... Да, я опять редкого смыча роба сделал. Сука. В смысле, ретрик рок, хороший сетап, что ты, блядь, гонишь нах? Ну да. Имба. Бабуины. На Сирусе не существует нормальных сетапов. Есть им это нормальный сетап расовых способностей. Да, или... есть мета и все, но. Ретрик Рок даже лучше ШПРа, блять. И в некоторых случаях лучше шатра, но. ВП это говно, потому что, блять, вы выигрываете не за счет, блять, того, что вар ебет, а за счет того, что просто играете в долгую игру и под морталом вара пацаны умирают и все, блять. Просто два комбо-троги и все. Две череды сдаешь в одного чувака, есть. Пиздец, убили ПВП нахуй. Пятилетняя обезьяна нахуй сделает уже баланс, блять, в ПВП. Чем вот это вот. Самое, что не знаю, две совы. Говно. Тоже вышел, да, уебать, два старфола, все пиздец, все мертвые, блять. По такой же логике. А чё я? Нормальная тема. Да это интереснее то будет, чем в ВП играть. Кунка, пошли вар рок поиграем. Варрок? Ну это нормальная тема, вот скан. Да вообще ебнуто. Да не, я не играю попа. Ну, на варрок пойдем. Да. Это же ПВЕ будет, типа понял, мы ПВЕ попов убиваем. Да. У вас прохила, мне кажется, много будет там слишком. Мне кажется? Охуеете от захила. Да. Не хильте меня, пацаны. Все, блядь, кидаю фласку, блядь. Подойду бинты юзну. Давай. Я бабл нажму. И тучку, и чё? У меня баблку, мне кажется, больше будет длиться. Ну, я, блядь, на сапогах в рейд побегу, и чё? Тебя все равно трахнут. Я попрошу, чтобы не помогали тебе. Вот в тень нажми, ты похуй. Вот в тень, блядь, нажму и вообще поебать нахуй. Типа, смотри, фонарь, у него диспа 5 секунд, и еще этот уход тень 10. Вот считай, уже 15. А твой бабл сколько длится? 1 000 000 лет. Я попрошу дизурона апнуть мне бабл. Бабл? Да. Ты ж... Где, у тебя из балалист готов, а ты его этот... Ну я не могу сейчас, я танчу. Блин, ты чё, я почти конфиловый был. Если я сейчас остановлюсь, рейд застынет. По факту. Потому ой, что... блядь, фонарь, забери нахуй, ты меня сейчас опять уронишь. Таунты КД.
Диминишинг. Будешь хуйней заниматься. Диминишинг, блядь. У меня диминишинг, ребята. Пожалуйста, не срывайте. Диминишинг. Мозга, блядь, у тебя. Понял. Не понял. Подаю жалобу на игрока Акана обзывается. Домирай виноват. Делай чаркист, это ГП. У него старый маразм, ему можно. Чаркист. Накан. Что да. Не делать? Кто? Кто я? Чё там, хилы спекайтесь резко-резко в ДДД? Надо так, это залутать по-любому. Подождите, не пуляйте эти метки на стол. С Геры? Да, с Геры. Все готовы. Мы не убьем, потому что у нас шипа много. Нахуй. Давай, бро, пуляй. Начинаем? Блэки, чего это? Блэки, ясно. Нас два человека покажут. Если что, Блэки, чего иду, спасибо, Геру, давайте. На пизде. Ричо спит, что ли? Не, ну все, это 7 минус ЕП. Или там, блядь, пиздит его волонером, сами дали бы Геру. Да ну что, ГКД проебал? Два ДД покажет, вот еще хуй. Хил и танк — это неблагополучная работа. Я считаю, нас надо уважать. А, да, два... но убили бы. Благодарны. Реально, токсики. Да, если бы два было бы, да. Ну, то двое, двое плюс Гера раньше на 10 секунд там, блядь. Да не, у нас шипа много, блядь. Еще пока ты... Еще ничего не работает на них. Шипа вообще мусор. О, она на земле была убита. Видите, валяется. Как говно. Вау, Спейси. Как пойдет. Блин, ник прикольного этого. Кто хочет иметь. Фонарь, блядь. Если я умру, нахуй, я тебе КП въебу, нахуй. У тебя Гера сбросится. Кто-то тебе Вов дал? Добрый человек, в отличие от тебя. Фелиция тебя спас. Ебать, Фелиция подсос РЛа тупо. Реально. Ебальники закрыли, блять, оба нахуй. Новый любимчик. Но он сам уже все, попользованы старые, они интересные. Больше не хочу с тобой играть, да? А, не знаю. Вы знаете? Нет, не знаю. Если бы мы знали. Но мы не то знали. Ты бы знал или не знал? Я не знаю. Может быть, и знал. Ух, сейчас. Расчехлять буду с виса про шмотки. Наповал. Да, у меня сегодня философия была. Давайте будем смотреть завтрашний день. Мне надо это, чарти купить на голову срочно. Это я забыл. Да тебе 20 сапрот. Кушайте, кушайте. Юля, дай сапрот. Так, ребята, сейчас самое главное. Я уже две фласки брал. Там две связки. Я сейчас положу одну фласку. Так, ребята, на второй фазе самое главное. Никто, блядь, освобожденку из РДД не набирает на второй фазе. Маки, блоки оставляйте на вторую фазу, чтобы скинуть освобожденку. Колплей то же самое, бабл на вторую фазу вставляешь. Ты хили, твоя задача хилить танков. Колплей. Главное танков. Ты держишь только танк. А на первой фазе освобожденку выносим куда-то? На первой фазе? Да, вбок, вправо. Дермич, да, ты ВДК. Ну, типа, ВДК, во-первых, у тебя больше сейва. Тебя дамажит только это дыхание. Ты умрешь от дыхания. Ну никак не от этого. От атак босса самого. Ну, воля тебе не поможет. Понимаешь, типа, тебе поможет сейф от дыхания, но никак не воля. Так, метки, как обычно. Две в одну. Звезда, ром, турсы. Печенька, крест на вторую фазу. Сапроты пьют все, кроме. ШП и лок, у которых связка есть.
Паладины капли, блять, вынесите на панели, которые редкие особенности. Дайте буду, буду часто говорить ваш ник и дать потом человеку каплю, который будет там, допустим, склеп выносить на второй фазе. Капля — это длань жертвенности, естественно, что. Спасибо. Блядь, где Войд нахуй? Он там чё, блядь, охуел совсем, что ли? Давайте тройтись, броты. Где он же деревня, ну, мы же говорим. Зачем? Он отдыхает. Козу дает его, походу, блядь. Отдыхает и Вовку играет. Блядь, на улице, походу. А, туалет, ну, на туалет на улице, походу. 16 соток, сука, говорит. Нормально, он сбегал туда-обратно. Изрядка, разрядка. Так, соберитесь и еще один фрагмент. В левую сторону, блядь, не выходите, потому что, блядь, с конусом дыханием ебанете на правую освобожденку ебашите. Кстати, у кого показывает, сколько попыток осталось? 45. 5 раз свайпнулись. Ну там у кого-то другой значит. Один раз на профи, один раз на репре. На лане один раз, три. Подожди, где мы еще вайпались? Огнилом? А, огнилой один раз, четыре. А пятый раз где? Проф, нет. Мы на принцах не вайпались. Вайпались на принцах. Разве мы вайпались на принцах? Да, мы ты сказал падать. Половину. Да, на профи нет. Мы. А, ты на профи, я сказал, падайте. Или на лан-отеле, я сказал, падайте, точнее. Блин, с первого пола были. Ладно, похуй, неважно. Причина плана. О, конфел. Сек у меня что-то с энергией. Блять. Дороги. Дермич, у тебя сколько сопрота? Ноль. У меня 489. 40% понижает. Ну, процентов 40, наверное. Ну, 40%. Ну, давайте, у нас времени немного осталось. Open Hell, что там у тебя? Меня слышно? Да. А, ну все, значит, нормально. Все, запускай. Запускай. Бурепотики пьем, блин. Рано, рано еще. Ну сейчас будет лететь, пьем. Вот сейчас. Все, пейте, пейте. Напуливайте в дермича. Дель Редига Бандли Колк Плейс Мася Спейси. Васила. Спейси, дальше выходи. Взрыв от освобожденки 20 метров, блядь. Если что. По 2-3 стака может набирать. Сейчас притяжка будет, блядь, вопрос. Притяжка. Беги, малышка, беги! Бежал на пески. По дерьмичу священный щит дайте. По КД. Плей все время на дермище держи. Мася, Кунка, Войд, Прота, Пауэр, Мирай, Спейси, Мистрия. Спейси останется в турса. Угу. Спрятались, справа падает аккуратно. Смотрите, блять, от бомб не умирайте, только вагоны. По центру чуть правее. По центральным склепам стопнули, не бьем. Слева близко, аккуратно перешли троху. Центральные склепы не бьем, блять. Еще раз говорю, нахуй. Слева очень близко перешли. Разбились все склепы. Освобожденка. Один хил. Модель Бентли Кринч Кинкл Плэк Бэтмен Лэнби. Модель, наверное, лови, блядь.
Бах. Похуй. Тяжко скоро будет, ближе к боссу. Побежали. Я тебя потерялся. Может. Я тоже. Блять, щука с отрывом умирает, и то и пиздец. Ну вот вон нахуй. Мафи Брэд. Coldplay. Вынесли метки быстрее. Еще умираешь, дроп, заебись, слева падает. Мася, даже БР по щуке. Этот стерва помираем справа. Фростойку надо нажимать, вот что. По центральным стопнули, не бьем больше. По правому тоже стопните, который коцанный, блядь. Справа, по центру падает. Слева быстрее перешли. Разбили скайп. Раздали БР быстрее. А щука вообще вылетел, блядь. Ой, боже, блядь, какой он проблемный. Это просто пиздец, нахуй. Блядь, да дайте подымажить, я вот. Блять, элементарно. Блять, тяжко скоро будет ближе к боссу. Беги, малыш! Он бежал. Освобожденка. Один хил. Спайси, на второй фазе освобожденку вообще не набираешь. Стоишь просто АФК, прячешься за склепами. Первый раз вроде. Блэки сейчас скриншкин стерва кунка будет. Дай фонарь сикру. Дал фонарь сикру. Спрятались по центру парни. По центру опять. Чуть правее там. Левее чуть чуть. Право. Почти по центру. Правой склепы вообще не бейте. И левые тоже. Близко очень. Аккуратно. Разбили склеп. Священный щит и желтую джаку. Блин. Два хила. Скоро притяжка, ближе к пас. Прохил рислин, там умер. Сейчас притяжка будет. Топси. Отбежали. Освобожден, как на ком щит вешается, не набираем вообще. Переводим босса. Протопауэр в крестик. РДД босса пить пока что. Крестик, блять, крестик, не печенька, крестик. Алло, нахуй. Сука, петух, блять. Меня слышно вообще? Да. Пидор, блять. У него вылетел, где он пишет. Под печеньку, кунка. Должна притяжка бить. Фонаря кинуть, не уронить. Не... Подбили склеп, но не разбиваем. Не разбивайте. Вас убьем. Не добивайте склеп. Скинулись стаки, добили склеп. Спейси в крест, отошли от креста.
Милики слеп разбили родные босса или на ком освобождем скидывать стаки максимально. Ридига. Каплю по Ридиге, Фелиция и Шилдик. Скинули все стаки. Мася БР по Фелиции, серый по Кринжкингу. Кто меня убил? Киллер танков. Печеньку опять выносиху лишит. Мне ничего не надо, я в точке. Дай БР, Мася. Блять. Войд по мне БР дай. Войд по мне БР дай. Разбейте склеп. Быстрее. Два склепа разбейте все. Сыграйте по склепу. Еще один склеп в печеньку. Печеньку. Прячемся, должна притяжка быть. Дермич, вот ты бежишь, блять. Ну ебаный. Левый склеп разбивайте, левый склеп разбивайте. Отбежали те, кого притянул. Ребам, дайте полок уйман. Юля влево в крест. РДД по боссу. Милики дальше склеп еще будет разбивать. Отойди, отойди. РДД босса бейте пока что. Дермича прохил. Колдплей. Ну, блять, ну... Ну хиль ты, блять, дружище, блять. Нажми бабл, но... У нас БРов нету. Волохня ебаная. Ладно. Может, я подшиваю попробую? Я сейчас откисну. Нет, это хуйня. Тихо. Прожимок нет, все, пока. Да хуя хп там. Нам надо было ждать еще на притяжку, потом где рудовать без. Щукай, да еще. Не отходил от освобожденки, я вкастывался в фулл фазу. От чего ты Фелиция умер? Ну, Дармич, потому что, блядь, тебя в любом случае сложат. Тебе на второй фазе, даже если у тебя один стак этой хуйни, тебе надо в любом случае нажимать какой-то сейф. У тебя должен быть ключ, компас, либо клык, ключ. Зеленка, купол, вурдалаки, айсбаунд. Это я уже 6 сейвов нажал. Ой, назвал точнее. Плюс зеленка откадешивается, это уже 7. Вот считай, 7 дыханий, которые ты спокойно переживаешь. Подряд причем, блядь. Пускай на тебе даже 15 стаков будет. А у нас есть на кого поменять? Это Гер. Это Гера. Бланша нету, блядь. Феникс. Так вообще. Милик, типа, не надо здесь. А перегрузочка. А у него Варшава тут. Ну, может, кого его Варшава поставить, кого-то спектр. Ничего, Варшава. Дремичик, блядь, просто нажимай ебаный клык на первое дыхание. Если он у тебя в КД, нажимай ты на зеленку. У тебя, блядь, ван Холики намного больше своего. Также, когда ты, блядь, кастуешь вордалаков во время произнесения каста, это тоже охуенный сейф. А сколько там, 20 или 50? Я не знаю. 10 тысяч. Кого? На вордалаков? 50%. А. Вот бы мне такой прожимочка. Дермич, это хуйня, что 28, там 50. Мальдермич уже проверено мною. Так же, как и купол, который показывает, что 28%. А по факту он у меня по 70 тысяч абсорбил. Я это тестил еще в Каражане. Давайте трайли, это уже время. Когда он был актуален. Вообще на полдмак. На, Space SS по Дермичу будет кинуть. Все, иди запускай. Канна, ты в дискорде? Я тут, блядь, не туда метку вынес, блядь. Я здесь вылетел, я пошел просто. Маски. На пул Дермича сдайте, чтобы ему было проще. Репоты пейте. Освобожден. Один хил.
Три стака набирайте на первой фазе. Плюс-минус. Только во время притяжки, чтобы не взорвали все пестероны. Главное. Скоро притяжка. А, даже раньше. Отбежали быстрее. Спейси портал. Где твой портал, блядь? Спейси, ну ёбаный ты в рот, нахуй. Ты, блядь, лок, нахуй. Где твой портал, блядь? Священный щит на дерьмоча. Мася, БР давай. Прямо сейчас. Вынесли метки. Мася, стерва, бисмун, Бентли, Кунг. Будь здоров. Смотрите, куда падает. Господи, спискуйся нахуй, никак, это твоя вина, все, забей, тихо. Разбили склеп быстрее. Стерва БР. Ребахнули Лока и Робби. Хуёво стоял, значит. Заблужден. Два хила. Прохиливайте, главное, тех людей, которые справа. Притяжка сейчас будет ближе к гусу. Ну, вас освобождем как-нибудь. Найс тайминг. Метки вынесли, Мася, колплей, Ридига, Блэкич, Королева, Войд, быстрее. Рид, сдвинься. Рид, звезду, блядь. Ну сказал Рид, блядь! Уёбки вы тупые, нахуй! Падайте, блядь. Сука, хуя, хуя. Ноль IQ, блядь. Просто ноль, нахуй. Ну чё с ноль IQ? У меня камера так повернута, что у меня ромб в метка встала, я не вижу, что там человек стоит. Можно на 3D ромб метка с головой вместе совместились. Можно эти метки убрать, кстати, три. Чё там? Он мессарис будет, да. Лас пул делаем, ещё не хватит. В смысле, Рез? Тут телепорт близко. Не хочу. Халтурщики. Давайте соберемся, надеюсь, убьем. Если вы, блядь, от бомб дохнуть не будете, блядь, и метку научитесь выносить. Даже прошлый пул был хороший достаточно. Ни сектанков не уронили. Нормально там стоят. Звезду разве чуть-чуть можно чуть дальше постоять. Хулмам, давайте. Да и сейчас поедем. Сейчас напомню.
Иди запускай. Соберитесь. И делайте нормальный пул. На пул дермича. Ночь вам. Сейчас перетяжка будет ближе к боссу. Блэки, Челкан, Фелки, Ришкин, Колплей, Фонарь. Угу. Ну все, нормально пойдем. Сами смотрите, как нападем. По правому стопните, не бейте. По левому стопните, не бейте. Разбили склеп. Нахило. Перетяжки сейчас будем ближе к боссу. Беги, малышка, беги. Стерванная БР. Только не вставай сразу. Стерва, ты дашь БР или нет? Ладно, метки вынесли, Ризика, Колплей, Мирай, Хулиша, Чувава, Владык. Справа очень близко падает, спрятались быстрее. Спейси, куда ты бежишь, блядь? Ебать, тебе сейчас повезло, нахуй. Слева. Справа очень близко опять. По центральным стопните, не бейте, по правым больше надо. Справа опять. Разбили склеп. Стерва БР быстрее. Левый склеп дохуя хп сбейте. КД у него. Чего у меня пишешь? Нет КД. Мастер БР. Серый БР. Мне что-то не показывает, что у меня КД, ладно. Один хил. Рибахните фал. Наш красавчик. Не, чё, я умер, у меня два стака было. Ну, тебе помогли сдохнуть. Войд БР. Только не вставай. Там бежать. Эмана людей. Господи, блядь, пизду. Ну вас нахуй. Да, уже все нахуй. Ресы и Асус, я тебе еще раз говорю. И Мася даже БР по королеве. У него там волна откуда сейчас. Репахните маги. Фонарь сокру. Блакич, Мася, Реслин, Хулиш, Тадель. Да, сокру.
Ёпта. Нормально, все вышло заебись. Справа. Слева падает, аккуратно. Справа. По правой стопните. Почти убили. По центру очень близко. Разбили склеп. Мася БР должен отказаться все же. Ну. Войт Иннер по этому. По пролею. И ребаф приста полностью. И мага не до конца дорибафли. Убежали быстро. Спейсик, я хуею с тебя. Какой же ты, блядь? Первого БРК спейсик. Самая лестница и закончился портал в этот момент. Ну так надо обновлять его просто. Вставай. Первая метка в крест. Блять, вас началось. Асус крест. Прохил его. Шилдик там. Вот милики разбили склеп, проданный босса по камню. На, если когда третий стак на вас вот эту хуйни висит, подходите и сбрасывайте стак склеп. Больше трёх не набирайте. Бентли в центр. Дай каплю, арислин по Бентли. Ждем, должна притяжка быть. Просил фонаря чуть не умер. Гимн какой-то, она дай. Разбили склеп Ридига в центр, вынеси 5. Отошли. Блять, высерус. Нормально. Подбили склеп быстро. Колплей бабл, 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 бабл. Ну, уй, сука. Господи, какой же, блять, ты... Влево, Беба, влево. Хильтит, хиль танкерит максимально. Ну, освобождаем Ксюжу. Дай сокру фонарь. Да, сокру фонарь. Адель в центр. Прохил его максимально, тучка нажми. У нас люди, блять, умирают нахуй. По КД нахуй. Ну не ломайте так быстро. Не, я ебал, ну, типа, Coldplay, ты, блядь, ну, я не знаю, ну, ты пиздец просто, вот, ну, я ебал, ну, мы с тобой не убьем никогда эту синдру. Твоя единственная задача, блядь, хилить танка, нахуй. Ты, блядь, умудряешься, блядь, умирать, нахуй. Блядь, не прохиливать, нахуй, ну, вообще пиздец просто. Ебучих двух танков просто хили через частицу, блядь. Ты можешь стоять, блядь, просто в ебенях, нахуй, чтобы его хилить. А куда ты бабл слил? Объясни мне, пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста, куда ты бабл слил? На второй фазе, как только прокнул, ты сразу скинул бабл, да? Ой, блядь, ты понимаешь, как тебе, блядь, объяснить? Ты понимаешь, что ты должен чувствовать это? Тебя, во-первых, смотри, когда танки начинают танчить только вторую фазу, у них есть все сейвы, все, блядь, до единого нахуй. Это не значит, что тебе бабл нужно нажимать, как только на тебя кидает освобожденка. У тебя бабл должен оставаться тогда, когда, вот, допустим, после второй притяжки, блядь, примерно. Чтоб ты просто подымал танка, если на тебя вешается освобожденка. Оверхилил, так сказать. Ты его отдаешь просто так, ну, когда он не нужен, блядь. Когда у фонаря сработал ревностный, блядь, ты отдаешь этот бабл. Я так понимаю, в том моменте. Это не надо было делать. Это бесполезная хуйня, бесполезный мув. Кирилл, да, слепые? Все. Там большинство-то не осталось никакого? Свали остались. А, там мусор.
На шмотках нормально. Ну, просто, блядь, колплей, если ты так будешь, ну, вот так вот отыгрывать, блядь, ну, мы не убьем никогда. Здесь нужен нормальный...